Всем привет, ребят. Ну что, открылся на китайке новый смотритель Оракул, испытание Оракула. В принципе, такие вот герои нужны. Конечно, мы обычно не будем собирать. Не знаю, какие у него умения, там, свойства. Ну, сейчас попробуем пройти это испытание. Возьму тыковку, не знаю, или она здесь нужна будет. Так, что у нас по Рину? Возьмем Рину с оживой. Огника тоже такого. Ворожея попробуем. Так, Бугимен. Тут действительно дофига героев, но непонятно, какой у него скилл действует. Что он может. Попробуем такой состав. Не знаю еще, что там пробовать. Такс. Сейчас я по фракции переодену всех. Так, Рину. Поставим всем СО. Надо выживание попробовать. Ну, давайте ради интереса выживания попробуем. В принципе, этот питомец не спасет нас. Так, тыковка. Наверное, живу лучше поставим. Так, тыква есть. Огника такого сделаем. Уже поставим выживание. Он уже откроется на русском вечером, тогда будет понятно, что у него там за умение. Что он может. Пока давайте так. Так, ворожей. Самое. У нас еще Бугимана я не ставил. Так, Анубис. Надеюсь, он меня с отражалкой, как обычно. Так, есть. Так, смотрим, кого я уже собрал. Так, Варжей, так, Анубис, еще Бугимана надо собрать. Выживание питомцам. Мертушка. Вот такой вот состав, поехали. Сейчас сразу и проверим. Так. Интересно, посмотрите, он действует как Артика, получается. Скилл от Артики. Они не могут по нему ударить. Интересно. Значит, имдафа вообще смысла нету. Ну и судя по всему, я смотрю, у них отражение есть. Надо посмотреть, сейчас кто-то ударит. S200 отхил. Как-то вообще непонятно. Интересно. За минуту только половину сбили самому простому. Что же будет дальше? То есть он абсолютно на всех накидывает. Сразу же получается заморозку.
Так, может это психощит попробовать? Как вариант. Ну это жестко. Так, может у него какие-то иммунитеты есть? Так, ну второго мы таким темпом не быстро убьем. А кто у нас есть? Ведьма есть медуза. Давайте Анубиса Бугимена уберем, поставим ведьму медузу. Заодно и проверим, есть у него или нету иммунитета. Так, также у нас есть Махатма. Поставим ее вместо Рину. Тоже как вариант. Все. Больше, в принципе, у нас такого ничего нету. Есть еще Аарон, вряд ли, я думаю, блочка на нем будет действовать. Можно попробовать, уберем Некроса. Короче, жесть. Непонятно, как его бить. Так, давайте обратно же пересобираем героев. Так, спробуем. Тыковка. Я не знаю, тыковка есть смысл, нету от нее здесь. Давайте на нее психощит попробуем поставим. Вдруг зайдет. Даже нету смысла эти фракционные таланты ставить, так как я не могу даже ударить. Может, есть смысл отражалку ставить. Поэтому обратно идти. Попробуем хоть такой вариант. Так, тыкву мы собрали. Дальше. Ведьма. Так, против зеленого у нас идут красные, да? Значит, пробуем вот так замедление сделать и этот. Ведьма готова. Также у нас дальше идет медузка. Попробуем ремку ей поставить, чтобы она сразу ударила. Так, есть ворожея, оставляем. Ну-ка смотрим. Короче, непонятно вообще ничего. Ведьму медузу собрали, ворожая собрали, Махатма и Ара еще у нас. Ну, как вариант, просто попробуем. Но это, опять же, это не точно. Так. Даже попробую, пусть будет ремочный вариант. Вот такой вариант у нас поехали. Просто поинтересуем. Ну, какой-то нестандарт, ребят. Усиление, в принципе, это нафиг не надо, но ладно. Так, пробуем с медузы. Вот она сразу сработала. И у нас медуза сразу же стала. То есть без разницы, как вы будете его бить, получается, у вас будет сразу же он фигачит. Интересно. То есть на него не срабатывает ничего, ни питомцы. Ну хотя это мне не сработало, но она сразу же стала у нас.
То есть, судя по всему, на него надо просто тупо отражалку брать, чтобы он сам себя убивал. Максимум отражалки. Других вариантов я что-то не вижу. Тут, по-моему, есть на героях ОЗ-шка. Сейчас попробуем. Но по-другому его ну никак не убьешь. Только через отражение. Вот Махатма два раза ударила. Тыквы тоже пользы нету, как видите. О, что-то пошло. Что это было? Да, видимо, они так сделали, чтобы с тыквы разгон не набирали. Посмотрите на героев, они не набирают энергию вообще. То есть они без энергии. Он снимает энергию у них. Прикольно. Интересное решение, конечно, для такого смотрителя. Просто тупо стоят без энергии. Мне кажется, что в данном случае ставить отражалку на выживание тоже беспонтово. Оно будет раз в 3 секунды. Не сможет бить, получать. Непонятно в общем. Хорошо. Давайте покупаем еще одну попытку. И пробуем собрать героев на отражение. Не отражал. Может Ронина попробовать, как вариант. Может от него будет толк. Атлант не включится все равно так или иначе. Так, давайте так по талантиках. У меня есть с отражением. Так, Рино. Ронина ставим. Хочу руны ставить, он все равно что не ударит. Надо попробовать, чтобы срабатывала творка, возможно. Попробую такой вариант. Это хоть спасет. Так, Рино один в эту. Смотрим. У меня еще и с отталками, с этой акцией. Бубник. Надо максимум отхила ставить. Так, ему. Понятно, в общем, ничего не понятно.
Так, Анубис есть, череп. Тут вряд ли Суза есть. Поставим, кого я уже сделал. Так, Рене есть. Этот я ставим поражающий. Ставим на этот потом. Анубис. Еще с красной фракцией такого интересного можно поставить. Кстати, его можно поставить. Вот тут жалко. Вариант. Это опять же не точно. А, так, есть. Так, что у нас по питомцах? Рино есть, ворожай есть, Некрос 3, Анубис 4, 5, и еще надо, о, вот давайте этого, Бэтмена, то же самое, Зай и Панчбокса. В общем, не стандарт какой-то. Такс. Может, тут Атлант тащит? Так. Так, кого еще? Варианты, поехали. Может, стан на него действует, но я что-то не вижу. Непонятно вообще. Ну, в принципе, он фиг не убьет. И у него отражение получает. Фиг понимает, что на него действует. Стан нужен, не стан. Он просто не дает бить. Там сам по себе убивается. Сейчас попробуем добьем этого, попробуем, может, вокруг выкинем героев. Может, так будет лучше. Но они один фиг не бьют. Интересно будет почитать его умение. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it. Ну хоть есть вариант, что без доната тоже смогут проходить. Так, убили. Это усиление не обязательно. Поехали. Поехали, попробуем с разных сторон. Этого отсюда, этого отсюда.
туда и отсюда. Так вот будет более наглядно видно, что он делает. Так, разруха добежала. Разруха пару раз ударил, хорошо. Вот смотрите, он не успевает за всеми героями, получается, или что? Один герой бьет. Либо разруха он есть. Сейчас он Анубис бьет. То есть он не успевает за, как говорить, всех героев. То есть один герой у вас по-любому будет бить. В моем случае почему-то Анубис, разруха, Бугин. Поражение бьет. Ирина тоже даже близко не бьет. Правда. Вот как это понять? Вот ворожай начал. Сразу же. Так, прошло у него ослепление. Значит, оно срабатывает. Неплохо. Надо еще будет проверить его от стана. И забор энергии на него действует, да, получается? Получается пробовать, ну, судя по всему, или это у него так скилл заряжается, или все-таки срабатывает. Да, скорее всего, надо будет пробовать разбросик рунами ставить. Я уже на русском сервере попробуем, посмотрим, там уже иммунитеты. Ну, в общем, вот так вот, ребятушки. Это веселая фигня. Возможно, скорее всего, что разброс. В общем, посмотрим уже, как оно будет. Интересный смотритель. Нестандартный, скажем так. В общем, пишите комменты, подписывайтесь, ждите видосика уже с русского сервера. Всем удачи, всем пока.